Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Александр Милошенко. Сегодня 15 сентября, 13:39, и в Москве стоит необычная летняя осень, уже которую неделю за окном светло и сухо, что удивительно для этого месяца, но для последних лет не очень. А на вашем экране микрофон. Да-да, беспроводной микрофон. Меня иногда просили, что купи уже нормальный микрофон и научись наконец разговаривать. И вот я решил наконец-таки попробовать купить беспроводной микрофон. Это самый дешевый китайский за, по-моему, или 400 рублей, или 600. И я купил два микрофона за 1168 рублей, по-моему. Один еще под Lightning, вот как этот. А второй едет ко мне под уже USB-C для iPad и для телефона жены, потому что мало ли пригодится. Итак, просто чтобы попробовать. Я понимаю, что звук может быть не айс, но не очень хороший, но... А вдруг, да, и вообще, как работают внешний микрофон. Итак, давайте распакуем и посмотрим, что там внутри. Ну, кстати, прежде чем распаковывать, надо и коробочку хотя бы показать. Итак, вот тут все на русском. Вот здесь вот его характеристики. Тут вот разный звук. Что как делает... В описании будет ссылка и промокод на Яндекс.Маркет, где я его покупал. Вот сейчас точно мы его распакуем. Вы знаете, по тому, как выглядит, и тому, как вообще открывается коробочка, за 400 с небольшим рублей, или 400 стоит тот, который... для USB-C, а этот 600. В общем, за эти деньги, будет скриншот, все увидите. За эти деньги очень даже хорошая упаковка. И более того, я тебе могу сказать, что одни китайские товарищи уверенно копируют вторых китайских товарищей, а именно компанию DJI. Потому что вот даже шрифт чуть-чуть похож. И могу сказать, что очень даже... Необычно хорошо упаковано, и я не ожидал. Давайте продолжим дальше. Вы знаете, по тому, как выглядит, и тому, как вообще открывается коробочка, за 400 с небольшим рублей, или 400 стоит тот, который для USB-C, а этот 600. В общем, за эти деньги, будет скриншот, все увидите. За эти деньги очень даже хорошая упаковка. И более того, я тебе могу сказать, что одни китайские товарищи уверенно копируют вторых китайских товарищей, а именно компанию DJI. Потому что вот даже шрифт чуть-чуть похож. И могу сказать, что очень даже необычно хорошо упаковано. И я не ожидал. Давайте продолжим дальше. Итак, вот включилась подсветка сама. Значит, давайте посмотрим. Здесь вот у нас видимо, кнопка. Да, это кнопка. Давайте. Значит, сам микрофон. Ой, маленький такой, господи. Да, слушайте, прям петличка и даже этот шерстка есть в виде шумодава. И зарядный этот, ну, зарядное гнездо. И кнопочка, вот, которая нажатие. Ну, она какая-то, видимо, сенсорная, потому что кнопка не прижимается. Вот такой микрофон. А вот эта часть вставляется в сам телефон. Я вам сейчас попробую показать. А, и все, да. Вот она. Сейчас одну минутку достану. А,
это вот бумажка, а это вставляется в телефон. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Еще, кстати, покажу такая интересная особенность. Ну, для меня, возможно, вам, кто будет смотреть, это все очень уже все привычно. И здесь свое зарядное гнездо. И здесь. То есть, естественно, это никакой не, допустим, DJI, который имеет кейс, бокс, где все это заряжается. Здесь надо заряжать по отдельности и, ну, главное не забыть. Вот. Ну, вот так вот я вижу, я выгляжу и звучу с петличным микрофоном. Я думаю, что он работает, я надеюсь. Ну-ка, давайте посмотрю при вас. Тут должен быть значок. В общем, после долгих проб и ошибок выяснилось, что микрофон работает, но через стандартное приложение камеры он снимать звук не хочет. И никаким он образом не дает понять, что есть контакт, нет контакта. То есть сам микрофон с базой, он связывается. Вот вы видите, у меня там горит зеленый светодиод, но никак звук не пишется. И только через сторонние приложения я понял, что микрофон все-таки, слава богу, работает. И я думаю, что я надеюсь, что вы меня сейчас хорошо слышите. Но это очень как-то, как принято говорит, ну, не нативно и не Apple Way. То есть никаких настроек микрофона в родной камере нет. Ну, то есть настроек именно для микрофона. Что очень странно и как-то, ну, мягко говоря, неудобно. Но микрофон работает, и звук, конечно, ну, я думаю, будет получше, чем стандартные микрофоны на айфоне уже моем, не новом. Но вот имейте в виду, что вот такой есть нюанс, и он не особо приятный. В общем, вот такой вот опыт. Но в будущем, когда буду снимать новые распаковки, уже буду снимать их вот сразу в стандартное приложение iMovie. Оно умеет. И еще сторонние приложения, они сразу понимают, что это внешний микрофон. А стандартное приложение камеры нет. Нет, господи, какие микрофоны? У нас микрофоны самые лучшие. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр.